Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Judgment. Ну что же, 115 день у нас на выживании уже идет, почти полгода, грубо говоря. Ну что же, давайте тогда посмотрим, что у нас здесь с винтовкой с нашей. Ага, не хватает композита, а для композита муравейник отправил подарок в честь вашей дружбы, 300. Спасибо большое. Вы очень признательны. Так, мне сбили только композит. Нужны минералы. Так, ребята, отправляемся в путь-дорожку за минералами. Давайте смотреть по карте, елки-палки, где у нас находится минерал. Ну-ка, где-нибудь поблизости. Вот здесь есть. Кстати, тут даже компоненты для оружия. Поэтому, наверное, мы сюда с вами и сбегаем по-быстренькому. Давайте-ка. Пока нет никаких нападений. Кстати, здесь тоже есть. Тут даже... Так, враги приближаются. Я надеюсь, мы все-таки успеем. Черный ящик. Ага, поискать. О, у нас хватает. Давайте посмотрим. Ё-моё. 600 оккультных очков. 30 демонита и святых текстов. 6 штук. Согласитесь, это неплохо. Так, ладно, сейчас мы здесь по-быренькому разберемся, я надеюсь. И обратно на базу. Стычка еще какая-то. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, как видите, ничего сложного абсолютно не было. Победа. Ну, это нас не интересует. Все, мы добежали. Автобой. Порвем? Должны справиться. Отлично, все, ребята. Ну и сколько же мы получим? 24 плюс, смотрите-ка, перо Маат. Легкость, скорость движения 10%. Уровень второй, редкий. Плюс 7 компонентов мы нашли. Ну и тут дальше ерунда, в принципе. Хорошо, давайте бежать обратно на свою базу, пока у нас враги не пришли. Так, давайте-ка мы вот это все сделаем так. Быстрее нужно добираться. Ух, и будем с вами обороняться. Как всегда, у нас будет оборона, я надеюсь, не такая жесткая, как в прошлых сериях. Ну давай, давай, родные, добегайте, добегайте. Оп, отлично. Так, активируйте режим обороны. Естественно, ребята, мы активируем. Пускай все бегут в домик, как обычно. Так, мы сделаем, наверное, вот так вот, сюда. Пускай здесь постоят. А остальных, наверное, вот сюда мы во вторую уже отправим. Док, Стивы, Рост, Августа. Так, а это у нас тут кто такой заблудший? Арманд, как всегда, еле идет, а. Мне такое впечатление, что они сюда все уже у меня не поместятся скоро. Блин, половина еще раненых, а. Хотя нет, смотрите-ка, все вроде бы хорошо. Вот Георгий у меня ранен. Давайте его сюда. Оу, все. Враги уже на подходе. Так, Арманд, Арманд, что ты стоишь там? Давай быстрее. Забегай в дом. Пошла стычка, ребята. Так, суккуба снесли. Так, демонов пока рушим. Давай, 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 давай. Бона. Так, тут у нас легионы идут. Ё-моё. Так, есть у кого-нибудь? Так, аптечку вижу. Если что, подхилимся. Если успеем. Ты посмотри, какие демоны наглые, а. Так, 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 давай-ка вот так общий отхил делать. Ай-яй-яй, Бона, Бона, держись, родная моя. Тут хорошо все прошло. Давайте-ка подхилим, наверное, Роса. Ты посмотри, легион просто оборзел. У меня нет других слов. Идет прям на пролом к нам. Вау. Фу. Ё-моё, блин. Вы видели? Прикол. Смотрите, у меня Арманд чуть-чуть не помер. На последний, как говорится, хпшечки мы вырубили последнего легиона. И победа, как говорится, за нами. Хорошо, ладно, ребята, сейчас мы вот это с вами пускай делают,
чтобы питались Святым Духом. Потом вот ритуал вот этот, чтобы у нас очки прибавлялись быстрее. Так, а здесь у нас что? Не хватает святой воды. Угу. Отгоняя злые силы от вашей колонии. На 50%, конечно, неплохо. А вот, кстати, защитная аура. Вашу базу окружает аура, отбрасывающая демонические орды назад. Сила их атак уменьшается. Сила вражеской атаки минус 20%. Кстати, неплохо было бы вот эту вот штуку делать перед атакой. Но, как вы знаете, это все очень долго делается. Длительность 2880. В принципе, достаточно неплохая длительность. Ну да ладно. Нам нужно с вами делать композит. Будем заказывать. И еще нам нужен композит, знаете для чего, ребят? Чтобы сделать алмазную шахту, да? Так точно. 10 штук нужно. Хм. Короче, заказываем. Хотя подожди. Нет, все правильно, ребят. Заказываем с вами композит по полной программе. И пускай они его делают. Так, у нас, кстати, очков очень много. Давайте-ка посмотрим, что мы можем с вами изучить. Так, оккультизм заглянем для начала. И друиды. Понятно. Тут у нас привязка души. На разгон разума. Оккультная мастерская. Ё-моё, сколько очков надо. Жесть просто. 4320 оккультных очков. Это... Ё-моё, мы иной раз 2000-то еле накапливаем, а тут 4. Яд демона, броня. Довольно хороша, так я смотрю. Ну и вот эта броня тоже неплоха, наверное. Так, а по ритуалам? Кристаллы душ. Слушайте, нам нужен опять этот диск. Тут каменный круг потом будет открыт у нас. И воодушевление. Честно говоря, не знаю, что такое воодушевление, но судя по тому, что если здесь молоточек указан, скорее всего, мои работяги будут трудиться быстрее. По оружию посмотрим. Рельсотрон. И штурмовые винтовки откроются. Ну вот я не знаю, есть ли смысл изучать мечи и улучшенные пистолеты. Как-то, ну, честно говоря, не вижу в этом смысла пока. Здесь у нас идет вот алхимическое оружие. Бесчувственница. И также механизмы. Наверное, мы будем с вами вот это изучать. Хотя у нас еще по основным тут есть кое-что. Строевая подготовка. Помните, мы хотели, кстати, ее сделать, чтобы путешествие у нас было плюс 15%. Черт. Или ракетницу сделать. Или же уход за ранеными. Ну, я думаю, что, наверное, вот это мы все-таки для начала. Строевая подготовка. Потому что по карте нам придется очень много путешествовать. Ну и, соответственно, хотелось бы, чтобы это все дело быстро у нас проходило. Без всяких там зацикливаний. Так, леса у нас полно, как мы видим. Кстати, у меня могилку сделали? Нет. А почему? Почему ее никто не сделал? У нас же, по-моему, освященный есть кто-то. Правда, фиг найдешь сейчас, кто это такой. Вот. Это у нас Рос. Надо его попробовать отправить вот сюда. Так, это ему нужно в приоритетах поставить на строительство, да, Рос? А ну-ка, если мы вот так вот сделаем, он пойдет или нет делать? Ты смотри-ка, пошел. Давай, давай, а то там бедный Дэвид уже, наверное, подпортился. Быстро ты сделаешь, интересно, или нет? Ну, судя по тому, что у нас такая скорость стоит, не так уж это и быстро делается все. Хорошо, что у нас по композиту? Сколько уже сделали? 13, 14. Ну, по-моему, нам, да, хватает. Давайте закажем с вами одну винтовочку снайперскую, заодно посмотрим ее потом в деле. Слушайте, надеюсь, она будет хороша. Давай, Рос, как только доделаешь, я тебя обратно поставлю на изучение очков. Так, и все-таки мне нужно потратить куда-то оккультные очки.
Можно дождаться, конечно, яда демонов. Тут у нас будет выбор. Либо яд демонов, либо друидскую броню. Так, скорость исследования плюс 40%. И оккультные исследования тоже 40%. Замечательно. Сейчас у нас потекут очки рекой. Так, что же нам еще можно, ребята, сделать? Так, мы можем также алмазную шахту заказать. У нас алмазы... Так, это металлическая руда. Вот здесь вот. Вот это алмазы, по-моему, да? Подожди, это у нас минералы. Вот алмазы. Так, ну, значит, это тоже алмазы. Да. Вот здесь, пожалуй, мы недалеко и поставим первую шахту алмазную. И что же мы будем? Мы, наверное, будем добывать как раз с вами... Где же она? Где? Покажи. Что, у меня нету, что ли? Примера даже? Странно. В общем, алмазы, которые мы только что с вами брали. Так, мы можем заказать пару аптечек. Пару? Фиг там, на одну только хватило. Броня у нас есть. Ну, не есть, а мы можем заказать с вами. Так, тут здоровье 140. Уклонение, блин. Вы понимаете, здоровье-то она дает. Но также она и минусы большие дает. Защита, например, 25%. Здесь уклонение, атаку и движение уменьшает. Только вот эта броня хороша, смотрите. Движение плюс 10%. У нее нету антинавыков. Разведка. Вблизи вашей базы, понятно. Нужно их уничтожить, говорят. Ну что же, нам придется, ребят, наверное, с вами отправляться, как говорится, в путь-дорожку, пока не было чего хуже. Так, минотавры, я надеюсь, вы у меня готовы. Побежали. К тому же здесь обычно враги не такие уж и сильные, как при освобождении, например, того же самого выжившего. Ну, что, уже сразу, что ли, бегут? Ну, как видите, призрак. Слушайте, а что, интересно, означают вот эти вот черепки? Ох, тихо. Куда это они? Призрак, ты меня хочешь с тыла взять? Не получится. Так, о, легион идет. Но я думаю, что он не добежит до нас. У нас есть свиток проклятия. У нас есть корни. Есть корни. Мы их сейчас применим. Пускай он там еле идет. А мы его пока расстреляем в этот момент. Ну, все. Нет, не все. Видимо, еще только начало. Хорошо, давайте посмотрим. Вот кто появился. Демон. Хм. А тут у нас картонахи бегут. Два причем. Ну давайте расстреливать их быстрее, пока нам тут жарко не стало. Есть. Ну что же, довольно неплохо и быстро мы отбили. Так, демонит. Кстати, куда у нас демонит идет, а? Для большинства магических темных предметов. Что-то, по-моему, сколько я делал, никуда у меня не шел. Вроде в ритуалы он идет, как бы, да? Там есть такое дело. Ну, а здесь нифигашечки. Так, ну что, Рос, давай быстрее завершай могилку. Я уже не помню, что она дает. Ну, сейчас мы посмотрим. Так, он доделывает ее. Все, сделал. И что же она... Заряд слишком низкий. Хм. Темная жатва. Слушайте, ну это же, по-моему, демонит. Души павших товарищей могут помочь при добыче дьявольской эссенции. Ладно, Рос, ты вот зря, кстати, у меня убежал. Ты должен идти дальше делать нам очки. Слушайте, а где он стоял? На оккульт? По-моему, вот на этом был. Вот так вот. Вроде бы все хорошо. Так, с едой у нас проблем нет пока. С водой вроде бы тоже. Винтовку-то сделали они у меня или нет? Или все прохлаждается? Погодите, а что я? Две винтовки, что ли, заказал? Почему-то даже никто ничего не делает.
Надо побольше ребят, по-моему, поставить на производство, да? Вам так не кажется? Так, где у нас производство? Строительство. А нам нужно производство. Ну, естественно, возьмем, которые у нас уже раскачанные. Вот здесь, например. Это будет Гриша, как всегда. Так, кто же еще у нас тут хорош? Смотрите, док, 100% у него. Вот здесь вот, я думаю, надо поменять. Вот так вот, пускай Лина делает. Хотя нет, смотрите, у нас достаточно много людей на производстве. И давайте Хизера поставим. И надо посмотреть еще. Так, уровень кто-то получил. Что тут у нас такое? Это Хизер. Винтовки. Давайте прокачаем ей. Редкое огнестрельное оружие. Может экипировать вот снайперские винтовки. Скорее всего, мы с вами сделаем, но носить у меня еще до сих пор никто не сможет. Что она с этой пукалкой делает, а? Гвоздострел. Он уже устарел. Как, я не знаю, как прошлый мир. Тут добыча идет. Что это мне показывают? А, куда Хизер бежит? Ладно, хорошо, пускай она идет. Так, ну тогда нам остается только лишь заказать, естественно, алмазную шахту. И поставим мы ее вот сюда. Да? Я думаю, что вот так вот. Или вот сюда поставить. Вот загвоздка-то, а. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. Пускай делают, добывают там. Кстати, вот от этих вот защитных башен ровным счетом толку никакого. Я все равно их никого туда не сажу. Так, и у меня... А, ресурсы будут потеряны. Хорошо, тогда не будем пока ничего делать. Минералы. Что мы здесь можем за минерал добывать? Я уже и забыл. По-моему... Но это не железо и не что-нибудь еще. Так, значит, надо кого-то поставить, наверное, туда, на эти минералы, пускай добывают. Хотя у нас тут и алюминий. Сейчас еще алмазы буду добывать. В общем, пока хорошо. Кровавые рубины, но это тоже очень скоро будет. Вот эта вот штука, оккультная площадка. Честно говоря, ничего абсолютно не делает. Зачем она здесь стоит? Ума пока не приложу. Заметность колонии. А если, например, мы сделаем ритуал? Неужели у нас 53% уменьшится? Надо будет как-нибудь попробовать. Смотрите, оккультных очков уже 2000. Осталось там совсем маленько. И мы сможем с вами... вот, по-моему, вот эту, да, броню. Попробуем все-таки сделать с вами яд демона и... Или, блин, разгон... Нет, разгон очень дорого стоит. Вот будем, скорее всего, привязка души. Да, сделаем так. Что же ты у меня, Сив, добываешь, а? Минералы. А какие? Непонятно. И никто не идет делать. Хотя нет, кто-то начал, но ушел потом. Че мы все на медленной скорости? Думаю, что так... Еле-еле идет-то. Конечно же, нужно ускорить. На постройках мы больше ничего не можем сделать. Кстати, подождите, а шахты у меня что, с железом выработанные все уже? Получается так, было... А нет, вот, одна еще осталась, стоит. Сколько в ней? 291 металл остался. Этого мало. Тут тоже в карьерах не очень много. 97, скоро мы его выработаем. Кстати, когда у нас все это закончится, у нас, ребят, не останется выбора, только лишь бегать по карте. Ну, если тут геологическая разведка, конечно, нам еще в этом деле поможет. Но я сомневаюсь, что там будут вот эти вот кровавые рубины. Тут только алюминий, глина и камень. Полнота. И вот с водой как-то тоже не, немножко непонятно. Может обеспечить одного выжившего. Если у меня их человек 16, то есть я должен где-то вот здесь или вот здесь поставить чисто вот эту вот водосборку. Все забить здесь. Так, смотрите-ка, заряд 98 уже. Копится потихонечку. Копится же, да, 98. Нужно, наверное, когда 100 будет, тогда они придут и соберут. Да, видите, соточка. Все, дальше... Не растет, по-моему.
только кто это будет идти собирать? Наверное, тот же самый освященный Рос должен идти, лично преклонить колени свои и собрать этой эссенции. Так, на огородах, как видим, опять же, у меня очень много овощей. Но почему-то их никто, опять же, не собирает. Полив растений, том у нас тоже. Хотя, смотрите, ребят, принятие пищи. Есть людишки, которые этим занимаются. Так, я все жду винтовку снайперскую, когда она у меня сделается. Что, кто-то опять уровень получил. Так, Макс, разведчик, что же у тебя такое, Максим, есть? Стрельба, точность плюс 5%, уклонение 3%. Что же тебе выучить-то такого? Пистолеты? Разведку? Давайте, наверное, стрельбу. Дальность обзора плюс 4, точность 5%. Так, мы сделаем стрельбу тебе. Точность — это, конечно, тоже хорошо. Точнее, не точность, а радиус обзора. Но это лучше снайперам иметь. А ты у меня пока еще до снайпера не дотягиваешь. Ну что же, вот и накопилось у нас нужное количество. Привязка души. Смотрим, ребят, что это за броня такая. Нужно обсидиан и композит. Понятно. И что же нам дает? Скорость движения минус 20%, но зато здоровье 145, уклонение 40 и защита 9. Уровень 3, редкий. Движение 20%. Ну, хорошо, хоть движение 20%. Это не так уж и критично, только единственное, когда убегаем или наоборот куда-то бежим. Это напрягать будет. Но если именно для защиты... Я думаю, что эта броня очень хорошо подойдет, поэтому нам нужен с вами обсидиант. Композит, я думаю, мы сможем сейчас заказать. Вот так вот. Посмотрим теперь по карте, где у нас находится обсидиант. И пойдем. 6, всего лишь 6 месторождений. Но это на данный момент. И это находится к черту на куличках. И я, пожалуй, схожу на эти кулички. Хотя здесь даже, по-моему, будет поближе. Да. Так, мы с вами изучили скорость движения 15%. Так что должны они у меня быстренько. Лишь бы никакие враги на мою базу не начали нападать. А то будет очень плохо нам. Так, тут у нас торгаши прибыли. Хорошо. Что у них тут такого вкусного есть? Мое-мое, костюм с ракетным двигателем? Это ж охренеть можно. Ядрёно вож, миниган. Вы посмотрите, цена покупки 12 800. Уровень 5, редкий. Я так понимаю, к этому минигану идет вот этот ящик с боеприпасами. Опупеть. Так, 100 очков оккультного исследования. Вот это мы, наверное, с вами возьмем. Нитроцеллюлоза, блин, редкая. Кристалл вечной мерзлоты. Так, и вот это, пожалуй, мы с вами возьмем. Блин, я еще ему торчу, ё-моё. Так, что тебе можно такого впарить? На, забирай, гвоздострел, он мне не нужен. Так, кстати, вот 1000 очков опыта. Смотри, цена покупки 1600. Одуреть, а если мы вот так вот сделаем? Оп, нет, не хватает. Блин, слишком дорого стоит. Ну, а если так? Да. Че, у меня же винтовки готовы, что ли? Круто. Это... Так, ладно, мы это отменяем. Отменяем все. И, смотрите, еще генератор щита. Так, отдай мне сюда. И бинокль отдай. Вот так торгуемся, короче. Все. Ну, давай, родные, добегайте быстрее. Я просто боюсь за свою базенку. Так, здесь все автобоем мы с вами проходим, ребят. Это кто у нас? Легион, два легиона. Да я думаю, в принципе, справится у меня, ребята. Так, давай не дуркуем. Фу, что-то Гришка этот постоянно у меня проигрывает. Ну что, 12 обсидианта.
Я думаю, этого достаточно, да? Ну, блин, падшие ангелы здесь. Ладно, я думаю, что этого нам хватит с вами. Давайте возвращаться тогда. Вот она, база моя, пускай бегут. Так, и мы с вами... Для чего мы вообще брали обсидиант? М? Кто мне напомнит? Нам он нужен был для брони. Вот для чего, да? И сколько там нужно-то? Как раз нам хватит. Композит они сейчас тоже доделают. Не знаю, есть смысл вот эту броню брать? Вот это тоже оптимально, смотрите. Кевларовый жилет. У нее вообще никаких нету этих анти. Только все в плюс. Ну да, здоровье 120, уклонение 32. Но согласитесь, что это лучше, чем ходить вот в этой вот. Хотя здесь тоже здоровье 120. Уклонение 30 и защита 3. Нет, это слабенькое по самой защите. Защита 3, ну это никуда не годится. Так, а здесь нам нужна первичная материя, эфир, масло. В принципе, масло мы с вами, наверное, скоро сможем добывать. Потому что алоэ вера, кстати, да, насчет алоэ вера. Мы можем ставить грядки-то. Так, это у нас сад. Я же вроде их не делал. Так, посмотрим. Это у нас сад, сад. Поле пшеничное. Нет, я же как раз и не делал. Как это я так про это дело-то забыл? Ё-моё. Обалдеть. Что нужно? 15 масла. 15 масла. Добывается это масло у нас из чего? Из травы. Слушайте, нет, нифига, я делал. Потому что мы откуда-то с вами траву же берем. Неужели с сада только? Странно это все дело. На масле у меня... Так, смотрите. А, ну это про помощь, ё-моё. Понятно, им нужно помогать. Ну, я сейчас пока что-то другим немножко занят. Производится. Но, по-моему, никто не делает. На складе у меня... Склад колонии. Масла, по-моему, вообще нет, ни шиша. Так, глянем. Зато есть две батарейки. Нету вообще ни одной баночки масла. Ха-ха, жесть. Так, ну что, снайперские винтовки. Давайте посмотрим так наугад, кто у меня, например, может их носить. Тут как-то не так все это делается. Тут надо, вот взяли это, вот сюда нажали, показывается. По-моему, так. Пока вообще никто. Да. Пока не развит хизер. Кстати, хизер нужно очки выучить. Мы же с вами покупали книжку. Поэтому давайте использовать... Так, это для сброса. Это 100. Я что, не взял, что ли, тетрадку ту? Да. И торгаши уже ушли. Помните, я книжку-то хотел взять на 1000 опыта. Так, Хизера, тебе много? Ой, как тебе еще... Как тебе еще долго развиваться? Черт подери. Ладно. Ничего не поделаешь. Так, давайте по основам зайдем. Можем вот это вот, ракетница. Или же сходить за диском. Ферма алоэ. И вот тогда, наверное, мы сможем с вами получать масло. Тут кислота дальше открывается. Но они такие сейчас хиленькие, у меня слабенькие, что туда лишний раз суваться, я думаю, нету толку. Дробовик. Там будет у нас потом улучшенный дробовик. Так, ну что, вот мы можем с вами заказать одну броньку. Редкая темная броня. Ну, уже такого народу у меня хватает, кто ее может носить. Кстати, у меня есть демонитовые доспехи.
Давайте-ка мы с вами кому-нибудь оденем. Кто у меня в самой такой плохой броне? Вот, например. А, он не может носить. Ладно, ищем. И ничего мы, по ходу дела, с вами не найдем. Не каждый у меня может носить. К сожалению, да. Требуется помощь. Выживший у нас здесь недалеко. Ой, ребята, ну что, давайте, наверное, попробуем. Была не была, как говорится. А вдруг повезет. Сомневаюсь я, конечно, но попытаемся. Ну, уже лечение было. Там можно было бы затащить, ребят, поверьте мне. Но Мэй... Каждая броня к чему-то хороша, к чему-то плоха. Ну и как вот это вот все определить, я не знаю, ребят. Сейчас попробуем найти выжившего. Кстати, у нас карта, видите, уже какие-то дома здесь. Все ради спасения, да? Ну и где же он прячется у нас? А? Роднулечка-то, куда он там запропастился? Неужели вот в этом углу? Мне такое ощущение, что он вот там где-то находится. Что-то врагов никого нету. Ха. Подозрительно все это как-то, очень даже сильно. Вот и выживший, мы его нашли. Слушайте, довольно неплохо здесь дом мешает. Они могут нападать только вот отсюда. Короче, врасплох им взять нас не получится. Так, расставляем. Наверное, как-то вот так у нас это все будет дело. И Макс, естественно, пойдет на раскопки. Все. Только он начинает, как сразу же начинается вражинская фигня. Смотрите, ребят. Вон они, бегут. А-а-а! Так, Гриша, свали-ка. Свали-ка лучше по-хорошему. Опа, вот это хорошо получилось. Смотрите. Так, Глеб, тоже отойди. Отойди по-хорошему. Вот куда-нибудь сюда. Так, Гриша, тоже свали, потому что... Ха, падший ангел, сами сюда пришли. Ну что я могу сказать? Вам не повезло. Мы их сейчас просто разбомбим здесь. Давай, Юля, подхиливайся, родная. И остается вот этого завалить. Падшего. Ну, копаем дальше. Еще волна идет. Картанах, Цербер и Лич. Лич, блин, собственной персоны. Ё-моё, как он жарит больно. Юля, подхилься. Ух. Все, ребята. Теперь быстро на выход. Выход здесь недалеко, отлично, давайте даже ускоримся. Ну что, могу сказать, что у нас очень даже хорошо получилось. Что мы получили с этого? Угу, даже эфира прихватили. Давайте-ка быстренько обратно на базу. И у нас еще на одного выжившего прибавилось. Блин, я хочу, чтобы у меня было 8 человек в группе. Как-то 7 не туда и не сюда. Так, Дэвид. Где у нас тут новенький? По-моему, Дэвид и есть у нас новичок. На тебе броньку простенькую. Биту бейсбольную. Запрос о помощи. Да я как бы тут своими делами занимаюсь. И давай мы тебе поставим аптечку медика. Так... Очки мы с вами потратили оккультные. Что у нас? Так, первичная материя. Угу. Одну штуку можем сделать всего лишь. Не катит. А для резака нужен титан, алмаз и стекло. Стекла пока у нас нету, так же как и титана. Ну, алмазы есть, правда добывается как-то не очень и очень плохо. Здесь нужны лекарства. Уклонение 25%, защита. Это у нас защитное заклинание. То есть один раз, да? Сколько у него там применений? 2.
А это уже на врагов. Точность 50%, скорость атаки 50. Кукла Вуду. Я не знаю, есть ли смысл вот это вот брать все. Смотрите, а тут у нас цели поле. Урон 30. Знать бы, сколько хп у этих демонов, да? Тогда еще можно было как-то рассчитать. Блин, минералы, а? Что же мне делать с вами? Как мне их найти? Неужели это не они? Вот, по сути, шахту для добычи минералов. Но у меня живот стоит. Но их никто не добывает. Или добывает? Ну, кто-то там пробовал и забросил это дело. Ладно. Интересно, а если мы Хизер возьмем и поставим вот сюда на тренировку, а? У нее пойдет опыт расти? Ну-ка, давайте мы это сейчас быстренько с вами проверим. Просто мне ее нужно раскачать как можно быстрее. Что-нибудь видите, нет? Я ничего не заметил. Ну, сейчас запомните, да? Опыт 138 у нее. О, 141. Ну, это ж, ё-моё, сколько придется ей тут тренироваться-то? Жесть, 144. Очень и очень долго это придется ей тут пыхтеть. Так, у нас Стэн получил уровень. Так, ритуалы... Святое оружие, стойкость. Темное оружие. Давай темное оружие. Да, Хизер, это фигня полнейшая. Лучше ты занимайся своими, блин, делами, которыми ты до этого занималась. Так, ну а мы силу духа изучаем. И здесь, конечно, удачная находка. Оу, можем святую воду и, кстати, выживших. Вот, давайте-ка попробуем. Святая вода. Ткань у нас есть, но ее почему-то мало. Так, и, кстати, нужно новенькому-то Дэвиду поставить приоритеты. И что же это у нас будет? Ты смотри, какой классный этот чувак. У него везде все по 25%. вот это нежданчик, я вам скажу, ребят. Никак, ты ценный просто экземпляр. Ни у кого так нету. Нет, конечно, не спорю, есть там, ну, 100% там. Но чтобы все навыки по 25%, это очень круто. Давай тогда мы тебе поставим на производство. Будешь у меня что-нибудь клепать. Так, а геологическая разведка никто не занимается, как всегда. Давайте, наверное, сделаем с вами защитную ауру. Или же... Блин. Так, ну сила вражеской атаки минус 20%, это когда уже на нас напали. А вот заметность — это отгонять злые духи от вашей колонии. Злые силы. Нет, святая вода нам нужна. Я ее не для этого, ребята, делаю. Чтоб потратить. Причем давно уже щитов нету. Вот у нас последний щит, это вот этот был, металлический. Деревянный, металлический, все. До большего мы пока еще не доросли. Святые доспехи можем с вами сделать. Ну, мне нужны вот такие вот жилеты, кевларовые. Я бы заменил бы на обычные эти металлические. То они у меня же ходят в этой броне, как эти рыцари, блин, средневековые. Должны уже в брониках вовсю бегать. Поля растут. Тут все растет, хорошо. Да, я все вот с этими штуками. Масло мне нужно. Масло, масло. Неужели нам придется с вами выбежать разочек за маслом? 15 штук нужно на одну ферму. Ну-ка, где у нас тут? Есть недалече. Так, масло. 41 место. Где мы можем с вами его добыть? Так, отлично. Здесь тоже неплохо. Вот сюда, пожалуй, можно сходить.
Ну что, Минотавры, вы готовы, я думаю? Тогда побежали за маслом, чтобы сделать огороды. Ну, правда, мы своих жителей сразу же еще раз озадачим. Они и так у меня парятся там, по этих грядках ковыряются. Еще скажут, сюда пришел, привел нас, блин, чтобы мы здесь с этими полимерными фермами лазили. Так, ну что, автобой, я думаю, да, должны справиться у нас здесь. Так, Гришка, ну, это и понятно. Он вечно у нас. Так, 7. Маловато. Рискуем, ребята, сюда. Я нападаю. Нужно 15. Ё-парсоте. Слушайте, вот здесь уже... Нет, это как-то хреновенькое. Вот здесь вот можно еще. Тут у нас всякие картонахи. Это, в принципе, не критично. Должны здесь победить. Ну. Так, раз, два, три. Три картонаха. Да, должны. Вообще. Айсово протепали. Сколько дают? Еще 6. Опять маловато. Так, что у нас тут за пикничок? Падший ангел. Всего 2 штуки. Слушайте, ну я надеюсь, что мы справимся. Так, автобой глянем. Ты смотри, а. Гришку чуть не захоркли, а. Ну и сколько? 6. Ну, одну грядку сделаем. Фиг с ним. Пускай так будет одна. Да, мы, кстати, еще давненько с вами, знаете, куда не ходили? Вот на эти штуки. Мы же давно не смотрели, что у нас может быть полезного. Я думаю, что самое время проверить. Вдруг там что-нибудь достанется. Помните, в тот раз нам броники довольно неплохие доставались. Плюс пушки, аркебузы я всем понадел. Ну, а мы теперь посмотрим, что... Так, возле моей базы. Возле моей базы обнаружены враги. Стычку мы с вами получили. Отлично. Ну, а раз враги, значит, стычка неизбежна, да? Значит, они пойдут на мою базу, естественно. Так, давайте тогда быстренько здесь автобоем пройдемся. Ну, что тут мы нашли? Ну, понятно, кожаная куртка, как обычно, ерунда. Так, бежим на базу, ребят. На базу. И готовимся потихоньку уже к атаке. Да, причем у нас новый житель, Дэвид. Надо будет его выбрать, чтобы они все, помните, шли в одну точку. Так, режим планирования обороны, вот так вот. Вот здесь все. Так, ну что, ребята, давайте, наверное, сделаем небольшой такой перерывчик и продолжим. Ну что, ребята, кофейку попили, можно продолжать. Так, скорость включаем. Мы закончили на сборе, да, на сборе. Подготавливаемся к этому делу. Слушайте, а интересно, здесь есть Википедия? Не Википедия, а, знаете, демонология, или как ее назвать, чтобы нам увидеть демонов. Ну, сколько у них ХП, к чему иммунитет, вообще всю характеристику. Ну, например, вот так вот. Жнец. Ничего о нем не показывают, абсолютно. Хоть закликайся. Жаль. А было бы прикольно. Так, ну что, мои ребята там... Все. В общем, отметка у них есть. Георгий, конечно, покоцанный. Плохо. Лечить. Погоди-ка, ребята. У нас вроде бы есть ритуал. Где же он находится? Я забыл, правда. Вот. Интересно, успеют заварганить? Если я сейчас, например, вот так вот кликну. Кто-нибудь будет делать? Да, Аннабель пошла. Но вряд ли. Все, ребята. Режим обороны. Все бегут на точке. Эти двое, как всегда, наверное, не успеют добежать, да? Ну,
Ядрёшкин ты кот, ребята, а? Или успеют? Незнакомцу требуется помощь. Опять выживший где-то. Так, давайте, давайте, давайте. Арманд. Ё-моё, все. Пошла атака на нас. Ну что у нас, смотрим. Сюда можно воткнуть. Давай вот так вот аптечку дадим. Кто еще у нас без всего? Ага. Так, что бы тебе взять? Давай светошумовую гранату. Ну и вроде бы... Блин, Сиф, ну что это за куртка на тебе? Не смеши меня, а? Ты бы еще распашонку бы надел бы на себя и бегал бы в ней. Так, ну что, ребята, все. И никакие броники меня тут не спасут. К сожалению. Так, Гриша, иди отсюда. Чтоб духу твоего здесь не было. А вы выходите сюда. Рональд, Арман, тоже сваливайте. Вы какие-то слишком слабенькие. Вот так вот другой разговор. Кто тут у нас? Картанах идет. Ну что, вы не можете убить его, что ли? Так, Макс, сруливай. Хорош, как говорится, отвоевал свое. Так, срочно хилим Анну. И сваливаем Аннушкой отсюда. Так, Том, пора тебе тоже сваливать. Ты смотри, что это отлично творит, а? Давай сюда, а вы уходите, уходите по быренькому, по Шурику. Ну, отгребет лич? Да. Вот так вот, ребят, вот такая вот тактика. Новая причем у меня. 4 эфира мы получили, хорошо. Ух. Выполнили мы все-таки это задание, справились и, как говорится, слава богу. Так, нам нужно что? Ну, тут обряд так у нас и не закончен. Пускай они его доделывают. Этот у нас тоже. Кто-то хочет уже там спать. Пускай ложится. У нас, кстати, 2000 очков накопилось. Науки. Уход за ранеными. Угу. И тропическое земледелие. Тропическое земледелие дает нам много чего вкусного. Так, производство. Алхимическое оружие. Вот нам нужно до него дожить. Ну что ж, давайте быстренько ускоримся. 160 очков дождемся, и все будет хорошо. А вот здесь проценты у нас растут. Как только набирается полностью шкала, у нас идет нападение. Ну давай, 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 ну... 160 очков. Так, отлично. Подхил у нас. Естественно, восстановление 200%. Так, чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть, ребята. Кто-то уровень получил. Давайте-ка притормозим маленько. Посмотрим. Андрей, выживальщик. Винтовки. Стрельба. Редкое огнестрельное оружие. Снайперские винтовки, может... Неплохо. Кстати, что стрельбу, что винтовки. Везде может дальность 100%. Офигеть, смотрите. Дальность 100% в яблочко. А ведь кто-то у меня имеет такой скилл. Я ведь помню. Только вот кто? Так, почему у Юли ничего нету? Так дело не пойдет. Надо их экипировать хоть что-нибудь. Давай хотя бы перо тебе оденем. Так, Том. Светошумовая граната. Угу, отлично. Заметность на 50%. Давайте сделаем. Изгнание зла. Пускай делается. Так, а у нас тут еще улучшает зрение. Ага, заклинание. Вот, обнаружение выживших. Давайте посмотрим, как оно работает. Анночка бедная у меня рудишку добывает. Алюминиевую. Аннабель и Георгий. Занимаются ритуалами. Так, ну что,
Накопили? Накопили. Значит, изучаем. Трансмутатор и бесчувственница. Смотрим, что это такое. Где у нас? Ага, вот. Так, смотрим, что. Урон 26. При ударе превращенная. При ударе превращен, превращен. К чему? Во что? Защита 25%. Длительность 3. 3 хода или чего 3 это? В общем, точность 90%. Не 90%, а 90 просто. Почти соточка. Тут 120. Упрощи. Слушайте, а где мне взять алоэ веру? Ну, это понятно, что алоэ веру можно высаживать. Так, первичная материя. Надо нам, наверное, бежать за ней, скорее всего. Посмотреть уж больно хочется. Ну, а для этого нужно ее найти. Где она находится у нас? Всего 2 месторождения. Угу, я вижу здесь и вот здесь. Мне кажется, что выгоднее вот сюда сбегать. Ну что же, минотавры, как всегда ваш выход. Побежали за первичной материей. На всех парусах. Плюс еще скорость 15% у нас. Правда, это очень мало. Даже не чувствуется, если честно. Но так оно и есть. Давай, давай, давай. Осталось совсем маленькое. Карта-то у нас еще, ё-моё. Здесь вот только середина и открыта. Компашка мутная пришла. Ё-парасоте. Раз, два, три. Справимся? Нет, давайте попробуем. Автобой. Масса не задавит нас, нет? Ух, отлично. Сколько дадут нам? Блин, 2. Две первичные материи нам досталось. Это вообще, считай, ничто. Неужели такая? Мы же можем, по-моему, ее сами как-то делать. Так, ребята, возвращаемся домой. Хотя какой домой? Давай-ка вот здесь мы прошуршим. Домой вы всегда у меня успеете. А повоевать вам придется. Маленько хотя бы. Заодно опыт получает, так что нормуль. Улучшились отношения. Я ничего вроде бы не делал. Ну ладно, раз так. Ну что, дадите опять куртку? Ну да, конечно. Что же еще могут дать? Так, давайте этих теперь порвем. Автобой. Что дадут? Ну, давай быстрее. Так, экстракт имбиря, которым я даже не понял, как пользоваться, если честно. Давай-ка здесь попробуем. Да должны справиться, что тут. Ну-ка. Да ё-моё, вы задолбали своими куртками этими никчемными. Слушайте, а если я вот сюда, например, в этот универмаг забегу? Что тут за демоны? Ну давай ты быстрее, ё-моё. Еле идет, а? Давай-ка вот сюда, может быть, тут что полезнее будет. Автобой. И олимпийский лук. Да, что-то, конечно, нам не везет. Ну давай сюда пробежимся. На всех парусах. Ну беги ты. Давай, 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 давай. О, а это что такое у нас? Ферма. Так, автобой. Хм, порвали. Гришка бедный там. Во! Вот это, я понимаю, броню дали. Слушайте, здесь уже, наверное, как-то будет опасно. Что это тут у нас? Давайте рискнем. Как говорится, была, не была. Я, конечно, понимаю, Григорий там очень страдает. Но вдруг победим. Раз, два, три. Блин. Посмотрим. Ай-яй-яй-яй, как больно. Но, тем не менее, мы выиграли.
Ничегошеньки. Так, а это что тут у нас? Что это за шахта? Вау. Вот здесь вот нужно. Кто-то неподалеку. Понятно, что кто-то неподалеку. Плачет бедный. Спасите, помогите. Но мне сейчас не до этого. Автобой. Ага, порвали. Ну, сколько мне дадут меди? Так, 14 и аркебузу мы еще заработали с вами. Слушайте, ну вот таких вот... А, нет, вот здесь вот еще есть. Ну-ка, да... давайте пробежимся по-бренькому сюда. Кто-то уровень получил. Давайте глянем. Это у нас Дэвид. Давид, точнее. Причем, это какой-то новенький у нас. Что ж тебе, родной мой, выучить, а? Стрельбу? Ну, давай стрельбу. Всех экипирую потом в снайперские винтовки. Хотя они, наверное, устареют к тому времени. У нас уже там трансмутатор какой-то есть. Ну, давай, давай, автобой. Порвали, все. Хорош, на этом побежали на базу. Что дадут? Гаечный ключ. И медь 16. Все, как говорится, побаловали и хватит на этом. Давайте отменять. И наша база. Побежали, сломя голову. Кстати, да, нужно еще изучить ритуал на эти. Так, вот этот пускай. Мистический сбор. Держаться. Атаковать демонов. Давайте будем атаковать демонов. Ну и что мы получим? Мы получим сейчас кучу проблем, по-моему, ребят, для нас. Григорий покоцанный. Глеб тоже. Смотрите, какая карта большая. Ну как большая, небольшая. Наоборот, даже я бы сказал, маленькая. Тихо, кто тут? Демоны, картонахи. Так, Гриша, срулил бы ты оттуда, а? По-хорошему. Так, Юля, тоже давай. Да что такое-то? Что? Так, Рос пока держится. Пока держится. Смотри-ка, Рос довольно неплохо держится. Ага, понял. Я понял прикол. Здесь у нас падший ангел. Так, Макс, ты у меня... на себя. Хе-хе, порвали. Ну и что же мы найдем? Ничего хорошего. Печалька. А, нет, смотрите-ка. Глаз Хоруса. Точность, уклонение. В принципе, неплохо. На десяточку все повышается. Так, а я ритуал так и не заказал, да? Хотя еще делается здесь. Здесь тоже заказано. Удачная находка. Ну, это нам не нужно, потому что мы с вами не разбираем никакие постройки бывшие, не копаемся нигде. Вот, наверное, только дождик бы не помешал. А здесь у нас что? Так, снижает. И, пожалуй, вот это закажем с вами. Так. Ну-ка, что у нас там? Блин, две мы несем, да? Еще нужно 4. Офигеть. Они делаются у нас... А что я? Давайте закажем. Что нам терять? Ну, потратим немножко минералов. Ну и что? Зато будет у нас материя первичная. И мы сможем с вами сделать уже вот эту вот фигнюльку. Автоматическое оружие. Это теги. То есть может носить любой, да? А тут навык. Редкое механическое оружие. Вы представляете, да, вот вулканический лук, он до сих пор стоит вот в топе, грубо говоря. Редкое оккультное оружие. Смотрите, получаемый урон плюс 15% и скорость движения 15%. Длительность 4. Горит. Это вражина, я так понимаю, будет гореть, если мы будем стрелять из него. Так, алоэ вера. Для того, чтобы нам с вами получить алоэ веру, нам нужно что-то с вами... изучить.
И это, по-моему, в основе идет у нас. Да, это нужно нам. Тропическое земледелие. Для этого нужны диски с исследованиями. Опять придется нам с вами отправляться, по ходу дела, в путь-дорожку. Так, Бона, ты что делаешь? Оккультное исследование. А Стэн? И Стэн занимается исследованием. Только это у нас оккультом, а этот наукой. Ладно, Арман что делает у нас? Алкоголь производит. Вот бухарик. И юный. Да, Гришка, хорошо тебе покоцали-то, а? Очень хорошо. Давай ускоримся. Что-то я не понял насчет ритуала, который 50% восполняет. Что-то он, по-моему, не работает. Естественно, восстановление, да? Да, я понял, что кто-то неподалеку что-то там просит. Так, давай-ка мы... Ах, вот мы, наверное, с вами-то как раз и обнаружение выживших и сделали. Вот они тут. И просят у меня постоянно помощь. Но я не могу сейчас идти туда, ребят, потому что у меня Гришка покоцанный. Менять его, если только, конечно, делать новую себе компанию самых таких мощных ребят. И, в принципе... Так, редкое механическое оружие. Кто это у нас? Арманд. Редкое механическое оружие. И так, давай-ка мы тебе, Арманд, поставим. Так, Арманд, ищем его. Я знаю, что мы ему сейчас дадим в руки. Вот он, Арманд. Вот так вот. 28, а здесь 26. Точность соточка. Тут точность слабенькая. Способность точный выстрел. А здесь какая способность? Благословление. Вот незадача, а. Урон 30. Урон 15%. Блин, я даже не знаю, что делать. Скорость атаки 3,3. 4. Редкий, необычный. Блин. Фиг с ним, уговорили. Поставим. Так, Юля, ты что у меня? 35, 26. Проповедь. Круче, чем этот, что ли, да? Получается так. 29, 26. Блин, да что такое-то? Пистолет, что ли, уже получается никчемный вообще? Так, Августа, давай мы тебе, наверное, оденем. Вот так вот. Улиный меч. У Боны нож. Оу, щит. Ха-ха. Ты посмотри. Так, Бона, значит, да, может носить. Хорошо, Боночка, давай. У него как раз компенсирует. Смотрите, скорость движения минус 20%, а амулет нам, точнее, броня дает плюс 10%. Так, запомнили, да? Бона. Рональд у нас, кстати, тоже с дробовиком. И может? Нет, не может. Так, Рональд. Стив. Урон 25, а здесь 46. Меняем. Так, Стив, подожди, я тебя поменял? Нет, не поменял. Что-то не пол. Теперь уже не может носить. Подожди-ка, я кому-то, видимо, поставил Лини. Нет. Бона, Бона, все нормально. Рональд. Все вроде бы хорошо. Сив. Блин, ну Сив, ну 22. Давай вот так вот мы тебе. Да ё-моё, да что за фигня-то? Так, Сив, ну-ка. 25. Носи вот эту вот штуку. Хизер, давай-ка нафиг меняй вот эту вот чушь собачью на вот так вот. Отлично. Дэвид. Хорош дурить. Урон 18. Ага, как же. Давай-ка мы. Пробивание брони плюс 50%. Тогда вот и будешь ее носить.
Ну что же, вроде как-то так. А по броникам у нас, к сожалению, все довольно плохо. Никто не может, видимо, ее носить. Я имею в виду вот именно механические пластины. И это меня немножко расстраивает. Демонитовый лук. Он еще с этой штукой бегает, а? Надо демонитовый лук поменять. Где у нас вот? На что только посмотреть бы. Тут урон 15, тут 22. Пока не на что, к сожалению. Ну что, я надеюсь, мы с вами можем теперь-то сделать. Нет, не можем. Масло нам нужно. А без масла ничего не выйдет. Хорошо. Так, давайте здесь тогда глянем. Броники мы можем, конечно, наклепать. Эту броню так до сих пор у меня. Вот это вот. Никто и не носит, да? Или я ее даже еще не сделал? У меня ее и нету. Вот у меня какая обсидиантовая броня. Редкая темная броня. Только тот ее может носить. А у меня нет таких. К сожалению. Значит, надо будет кому-то обязательно прокачивать это умение. Насчет редкой темной брони. Нет, никто не может, к сожалению. Зря просто будет простаивать она. Вот что самое обидное. Ладно, фиг с ним. Что у нас там? 1243 уже очка накопилось, оккультных. Ну-ка, давай глянем. Разгон разума. Ага. Так, ну вот эту броню или же ритуалы. Так, влить кристалл душ. Очень бы хотелось узнать, что это за фигня такая. Данные исследований нам нужны. Ну, для этого мы сделаем в начале тактической группы 20% скорость путешествий. Давай вот это вот сделаем. Ритуал. Потом, где у нас там? Этот ритуал разрушается. А, ну понятно. И вот этот ритуал с вами сделаем. Угу. И ускоримся. Так, я уже забыл, кто у меня. Бона, по-моему, да? Бона, ты где? Или Лина? Нет, Бона. Вот Бону мы сейчас с вами. Скорость таки 15%. Возьмем в основной состав нашей группы Минотавры. Надо будет только посмотреть, кого надо отсюда убрать. Стив. Вы мне покажете Стива или нет? Ага. С аркебузой. Макс. Что у нас у Макса? Ну все, я понял. Как мне его закрыть-то? Так. Макс. Тоже, в принципе, неплохо. Мэй. Скорость движения 50%. Блин, может быть ее убрать? Сейчас глянем еще остальных. Тут вроде бы неплохо. Рос, у тебя что? Тоже вроде неплохо. Или Григория убрать, а? Давайте, наверное, Григория мы с вами уберем из нашей компании. Хотя он сколько раз вручал. Так, Григорий, Георгий точнее. Георгий минус. А Бона идет к нам в плюс. Вот она. Уж больно мне хочется посмотреть, как она, эта винтовочка, будет в деле. Какой у нее радиус и так далее. Ну что, давайте отправляться за диском. Диск. И только диск нам сейчас нужен. Так, ищем. Ближайшее место. Здесь. Нет, вот эти вот, конечно, мараксы очень мощные. Так, вот, отлично. Выучилась скорость путешествий.
Так, нужно решить теперь по-быстренькому, куда мы все-таки ломанемся с вами. Здесь личи. Блин, мараксов очень много. Очень много мараксов. Придется, скорее всего, нам сюда, ребята, бежать. Так, минотавры. Бежим. 20% скорости. Ну-ка посмотрим. Ага. Вот так вот на ускорение побежим. Кстати, я смотрю, что-то у меня с водой какие-то перебочки. Погоди-ка, погоди-ка. Какие-то уж больно большие. И мне это не нравится. Что такое? Никто воду не добывает. Хорош вот нафиг ритуалами заниматься. Давайте-ка мы поставим приоритеты. Вода, 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 вода. Я не понял, я что, всех убрал, что ли, с этого? С водопоя, блин. Получается так. Ну-ка, давай, Том. Набирай воды. Так, это все нормуль. Здесь этот у нас Анна все копает там. Я слышу, как там звенит. Давай тоже за воду берись. Ну, я думаю, вдвоем-то они справятся. Наберут нам водички-то. Не подохнут они у меня с голоду. От жажды, от обезвоживания. У меня сейчас другие, ребят, проблемы. Я вот сейчас не знаю, на кого мне здесь нападать. Так, лич, маракс. Блин, тяжело все это, очень тяжело. Блин, тут 4 маракса. Вот если вот здесь попробовать. Давайте рискнем вот на эту бригаду. Нападем. Если что, переиграем. Так, давай, 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 беги. Тоже результат будет. Смотри-ка, все нормально, Глеб выжил. Ну, просто дурковал. Смотрите, нам стекло выпало. Что это такое? Лазерная винтовка? О-оу. Урон 36. Точность 108. Хм. Так, это что такое у нас? Завод какой-то науки и техники, блин. Это кто такой? Это кто такие? Демогаргона, Белиал, Шидим. Ну вот, ё-моё, вот и приплыли мы с вами, по-моему, ребят. Шидим. Ядрёна ты вошь, а? Новые демоны. Докатились. Скоро будет, как говорится, здравствуйте, я ваша тетя. Охо-хо-хо-хо. Так, лазерная винтовка. Кто-нибудь у меня может из моих ребят ее носить? А, подожди, мы еще ее, наверное, не донесли якобы, да? Ладно, давай донесем. Но все равно вылазка была удачной, согласитесь. Мы диск получили. И естественное, да, естественное отхиливание у нас тут 200%. Сейчас только нам нужны очки. Мы будем, наверное, с вами изучать ферму, где алоэ вера вырастает. И оно нам пригодится там уже для масла, для всякой ерунды. Все, дошли. Так, заходим и смотрим. Ё-моё, Рос может носить. Так. Блин, атака неизбежна. Как я по ним соскучился, по их атаке. Так, защита. Что дает? Лечение травм. Уклонение 25% и защита 25%. Редкая темная броня. Вот это нам нужно, ребята. Так, у нас, по-моему, нет, да? Новых никаких там выживших нету. Самое обидное, что вот эти вот, которые вдалеке у нас огородами занимаются, им очень проблематично добежать вот до сюда. Тяжело просто-напросто. Ладно, пока речь не об этом. Так, Дебра может носить? Может. Использований одно. Ну что, Дебра, по-моему, пора тебе с лазером побегать. Ха. Так, Анна. У Анны все кисло. Так. Пушка Гаусса. Больше никто, по-моему, ее не может носить, да?
Дробовик. Да кто там гремит-то, не могу понять. А, понятно, Макс и Анна. В два смычка тут добывают мне руду. Хорошо, молодцы. Так. Оккультные очки. 1420. Угу. Подожди-ка. А, у нас наука. Наука нужна. Так, давайте ускоримся. Маленько. Успеем до этой, до атаки или нет? Кстати, подожди, ребята, атака атакой, а у нас же где-то здесь ритуал есть. Сейчас, секунду, секунду, может быть, успеем все-таки его заклепать. Где у нас там против демонов-то? Сила вражеской атаки 20%. Вот так вот, пускай изучают. Ну, а мы ждем свои очки. Так, нам нужно 1080 очков. И мы сможем с вами ставить огородики новые. Блин, режим обороны. Пошли в режим обороны. Почему у меня все время Дэвид и там еще кто-то был? Ну, сейчас Августа здесь. Она у нас с проповедью идет наперевес. Сейчас-то они вот так вот будут все это обходить, все это долго, мучительно. Давай быстрее, на ускорение. Сейчас, и где-нибудь вот здесь сейчас атака. Как в тот раз, прям один в один, ё-моё. Так, ну ладно, здесь еще такие. В принципе, ребят, есть шанс у нас. И есть, конечно, вот этих двух хламонов сейчас не убьют. Пускай они бегут сюда, а эти выходят вот сюда. Да, и тут у нас еще Стив. Пускай бежит домой. Попробуем вот так вот как-то. Получится, не получится, я не знаю, ребят. Будем пытаться. Черт, со всех сторон огонь идет. Я даже не знаю, куда смотреть. За кем наблюдать. Так, давай-ка. Вот так сделаем. Тут у нас картонахи идут. Две штуки. Ну, пока неплохо, я вам скажу. И легион. Все, что ли? Только легион и остался. О, ребят, так мы... Че, я могу вас поздравить авансом? Ну, рисковать не буду я нафиг. Никуда я не побегу. Я единственное, что сейчас на него... Свиток проклятия повешу. Пускай он только подходит. И я его сразу же буду применять. На! Че, мимо что ли? Че-то, по-моему... Ну, у него все показания вниз идут, так что не дойдет он до нас. Хе-хе! Салабон. Да, ребят, вот как-то так. Ну, теперь... Пускай они у нас отхиливаются. Теперь мы можем с вами... Нет, не хватает еще до сих пор очков. Надо подзаработать. Сейчас они пока добегут все. Тысяч... Так, бежит прямо к нам, бедный. Не успели, конечно, мы немножко с вами ритуал этот сделать на защиту. На атаку, точнее, от демонов 20%. Было бы хорошо. Так, все. Очков мы заработали сколько нужно. И где же, где же, где же? Да, вот оно. Ух, алхимическая защита. Кислота. Итальянская кухня. Пасту можем потом делать. Так, да все время вы меня сбиваете. Так, а вот потом хлопковая ферма. Причем для того, чтобы ее сделать, нам нужен будет чип с данными. Бункер. Открывает бункер? А вот это уже хорошо. Компьютеры. Вычислительный комплекс. Неплохо, да, ребят? Так, а тут механизмы. Техническая мастерская. Два диска нужно для этого. Генератор силового поля. Стекло. Так, а по оружию у нас штурмовые винтовки дальше идут. Слушайте, наверное, очень хорошие эти винтовки штурмовые. Я думаю, что есть смысл, наверное,
Блин, тут тяжелые винтовки, нифига. 50-й калибр. Бой в городе, боевой дробовик. Контроль толпы. Жезл оглушения, оглушитель и щит повстанца. Рельсотрон. Что-то дофига как-то у меня всего в голове сейчас промелькнуло. Что и то, и то, и то надо. Так, атаковано. Понятно, они нам меньше доверяют. Ну, извините, у меня свои дела. Вы же это прекрасно видите. Вот, трансмутатор. Необычное. Ну что ж, давайте, наверное, штучки две сделаем. Кто-то уровень получил. Карьер. Редкий инструмент. Ладно. Давай. Редкий инструмент. Пускай. Ну и торгаши. Что у вас тут? 100 очков. Вот это мы возьмем у вас. Кровавый рубин. Эти драгоценные камни остаются после гибели демонов и обладают множеством полезных свойств. Вот это мы тоже с вами. 1600 на покупку. Что-то дорого как-то. Страж кристальный. Блин, здоровье 200. Вы представляете, да? 12800 ценник у него. Это, конечно, очень все хорошо. Так, 100 очков при исследовании. Плазма. Ну и все, наверное, я думаю, да, пока. Так, если мы с вами даже возьмем 1600, да, на покупку. Предположим. Так, вот возьмем, и что мы ему можем толкнуть? Вот эту вот хламину. Куртки, куртки нас не спасают. Это, я не знаю, нужно нам или нет. Титан, я думаю, пригодится. Дробовик. Как-то все... А, вот, все, теперь хватает, ребят. Сторгуемся, фиг с ним. Используем с вами вот это вот. Нет, не вот это, вот, вот это. Но для этого мы выберем с вами... Кто у нас там изучал? Хайзер, по-моему, да? Так, навыки глянем. Угу, Хайзер. Так, это что такое у нас? А, защитная аура. Ха. Так, значит, Хайзер мы сразу изучаем. Книжку. Вот эту вот. Опа, уровень получила она. Вроде как должна. 100 очков и еще 100 очков. Все. Ну, а теперь смотрим. Так, тут Аннабель почему-то. Уклонение. Что тут дает ей? Редкая броня. Может экипироваться. Редкая темная броня. Редкая темная броня, да? Ну, давай вот это выучим. Так, дальше у нас кто? Вот Хайзер. Редкое механическое оружие, редкое огнестрельное, снайперские винтовки. Ну что же, Хайзер, я тебя поздравляю. Носи. И не сноси. Ну что, как-то так, ребята. Наверное, будем на этом завершать этот видосик. Сейчас посмотрим еще, что у нас тут по оккультизму. Амулет умиротворения. Доспехи душ. Хо-хоу. Проклятый пулемет, вроде как пистолет. Ну, написано пулемет. Благословение паладина, жесть. Офигеть. Так. Нужен будет диск нам. В общем, ребят, давайте мы на этом, наверное, завершим эту серию. Продолжим уже в следующий раз. Как вы понимаете, нам еще тут... Хо-хоу. Дофига чего надо сделать. И мы это с вами сделаем. Никуда не денемся. Также мы посадим с вами фермы. С алоэ вера, как говорится. Куда вы их? Вот сюда, наверное, влепим. И что же у нас тут? Пшеничное поле. Да, мы начнем сразу, наверное, давить масло. И все у нас будет на мази. Так что, ребятушки, всем пока. Всем удачи.
и до новых видосиков.